потому что и слышно хорошо. Я так хорошо скажу, ладно? Ради бог, микрофончик возьмите. Здравствуйте. Я сижу в бегах. Ну, буквально 5 лет, да, на квартиру. Скажу одно, то, что здесь планируется сделать, да, детский пятачок есть, да, это несерьезно. По одной простой причине. Во-первых, был ураган, да, сейчас ты из верховы, падают деревья. То есть что зависит? Почва там, она не обусловлена. Заливай, не заливай, делай, не делай, все может упасть. Это раз. Во-вторых, то, что планируют сделать какой-то комплекс, в том числе, он будет офисный, но я в это не верю, честно говоря. Скажу одно, что там будет то же самое, что находится на пересечении Ярославского шоссе, да, и жизнь в народе. Где будут жить люди других национальностей? Я не расист. И тем не менее, их хватает. Поэтому я против, честно говоря. У меня ребенок, у меня своя семья. Здесь много детей. Я против этого вообще. Для чего это делать все? Ребят, ну сами поймите. Дети девать, ну блин, пускай они думают, и выражение, да, блин, да, но пускай они сами решают, куда девать свои деньги. Для отмывать, вот как в этом районе, ну не в нашей Перловке. Для чего это делать? А? Коттеджи пускай твоих отдадут, им коттеджи. А зачем? Строят, да. Понимаете? Я вас прекрасно понимаю. Они там не хотят, понимаете? Здесь им проще сделать. Здесь городская земля, сделал в аренду на 49 лет, как положено по нашему закону, да? И дальше гребите все как хотите. А мы здесь живем. Наши дети, ваши внуки, да? У меня еще дети, у меня еще внуки нет, сами понимаете, да? Вот. Мы будем здесь жить. Когда эти будут, а можно, пожалуйста, другую ситуацию узнать? Вот когда это все делалось? Вообще узнавалась статистика по поликлиникам? Какая грязь, ВИЧ-инфекции, все это распространяется. Кто узнал? Никто. Объясню ситуацию. По статистике МТИШ за последние 3 недели ВИЧ-инфицированных, имейте в виду, приезжие люди, да? Вокзал на 3%. Это мы пища и Москва, да? Посчитайте. То есть было 100 человек, стало 103. Было 200 человек, стало 206. Что дальше будет? Дойдем до того, когда у кого есть девочки, вышли на улицу, сели на лавочку, не дай бог, и заразили какой-то дрянью. Для чего это? Просто чисто по-человечески. Правильно, все это должно быть. А у нас этого нет. Потому что здесь строят. Фу! Поэтому, ребят, наверное, я думаю, что меня больше много большинство поддержит, да? Что этого дерьма здесь делать не надо. Вот. Как вот есть поселок, да? Пустая облагораживают, да? Все входит за счет муниципального округа местного, да? Вот. Где-то бывает наглее, но это нормально. Это Россия, по-моему, России не понятно. И в том, дело в том, что просто давайте просто без этого всякого хамства, грязи и всякого дурацкого. Я все. Я предлагаю то, что отказ от того, что здесь планируют, полностью отклад. А что вы предлагаете? Ничего не предлагаю. Я предлагаю благоустроить тот район, сломать. Вы там последний раз были. На том пятачке вам последний раз были.
Хорошо. Значит, там были давно. Там два дерева поваленные, которые еще убит. Девушка, уважаемая, вы спросили, я вам отвечу. Правильно? Вы спросили, я вам отвечаю. То, что там повалено все, там можно, когда дети будут просто там гулять. Не парк, а просто... Давайте немножечко по теме возвращаемся. Гостиничного офисного центра приведет к тому, что детский сад номер 62, который стоит непосредственно рядом с этим участком, будет навсегда закрыт этим небоскребом. Значит, дети будут обречены на вечную тень, как вы понимаете, потому что строительство этого офисного центра предполагается с южной стороны этого детского садика. Мало того, в генплане этот детский сад вообще не указан в проекте генплана, значит, Западной Перловки. Что вызывает вопрос, а вообще, будет он существовать в дальнейшем или его снесут? Поэтому очень важно...